Уважаемые коллеги, мое почтение. Сегодня я расскажу про то, как можно модернизировать самогонный аппарат Родник Pro 3, какие допы можно купить, чтобы довольно-таки комфортно на нем работать. Я знаю немало людей, которые прекрасно работают на этом аппарате и в стоковом варианте. То есть тот вариант, тот набор, который, ну, продается вот комплектом, да. Но для некоторых этого мало. И что я хочу посоветовать? У нас имеется перегонный куб. Перегонный куб, кстати, можно купить разный по объему. Зайдите по ссылке в описании на сайт и посмотрите. Там есть выбор. Два разных куба по объему. Так, что мы имеем? Имеем перегонный куб, который работает на газовой плите и на индукционной плите. Это большой плюс. Далее мы имеем прокладку и фланец с подрывником, и к фланцу приварена вот такая вот мини-царга. Да? Прокладочку мы устанавливаем, здесь крепится на барашках это все дело. Да? Вот у нас получается вот эта вот мини-царга. И далее у нас что идет? Далее у нас идет царга с поворотом, а в повороте у нас уже узел отбора по жидкости идет. Регулируется игольчатым краном. Здесь отбор. В царге здесь стоит термометр. Ну, то есть ниппель под термометр. Мы что делаем? Мы устанавливаем вот таким вот образом, да? И у нас что получается? Здесь мы устанавливаем вот так вот холодильник. То есть он у нас, когда внизу, когда мы режим подстил проводим, он у нас холодильник. А когда вверх, то он у нас дефлегматор. Все, и таким образом мы работаем с узлом отбора по жидкости. Что я посоветую? Я посоветую купить еще одну царгу 500 мм хотя бы и поставить ее вот сюда. Между вот этой царгой, между вот этой царгой. Вот сюда. Поставить еще одну царгу 500 миллиметров, хотя бы 500 миллиметров, но чем выше, тем лучше. И купить СПН-ку, желательно 3×3 нержавейка, проволока толщиной 0,2. И таким образом, вот на такой СПН-ке, вот в такой конфигурации аппарата с дополнительной царгой, вы будете легко получать 96% спирт со скоростью, ну, в среднем от 400 до 600 миллилитров в час. 96,6 даже. Спирт 96,6 спирт будет. Вот. Если вам это нужно. Если вам это не нужно, я знаю, многие работают на РПН-ках и не парят себе мозг. Какой сюда поставить удерживающий пыш? Здесь... Ну, наверное, видно не будет. В общем, здесь вот с внутренней стороны здесь такая полочка есть. Я уже ранее как-то это показывал. Там вот полочка такая, да? Вы берете РПН-ку и скручиваете пыш. Но он должен быть не плотный, а очень-очень рыхлый. Он у вас никуда не упадет, потому что вот эта полочка, она как удерживающая у вас будет, да? Вы рыхлый такой пыжик сматываете, не 10-сантиметровый. Сложите РПН-ку пополам, чтобы она 5 сантиметров была. И смотайте вот такой вот маленький пыжик. Поставьте и забейте все это хозяйство СПН-кой. И все, будет вам счастье. Узел отбора у вас есть, полноценный узел отбора по жидкости. Сюда ставим зажим Гофмана. Вот у нас... полноценный доохладитель. Весь аппарат на клампах. Кламп полтора. Вот они, клампы. Хомуты. Кламп полтора. Поэтому здесь можно проводить модернизацию. Вот такая модернизация для получения более чистого спирта, чем в стоковом варианте. Что можно еще приобрести? Можно приобрести, чтобы вот не делать, как я, когда я делаю ароматные какие-то водки, да, я там марлечки подвешиваю, царгу там что-то забиваю. Можете приобрести джин-корзину.
которая также без проблем будет устанавливаться. Вот, ставите вот так, сюда джин-корзина, сюда холодос и все. Вот здесь между холодосом и вот этой царгой будет стоять джин-корзина. Джин-корзину желательно берите с дополнительной корзиной для засыпи. Обычно джин-корзина идет с одной корзиной для засыпи. Берите с двумя минимум. Вот. Для чего? Смотрите, что делаем. Залили какое-то мы количество сюда спирта, да, ну, спиртосодержащей жидкости разбавленной, и хотим получить вкусоароматическую какую-то водочку, допустим, апельсиновую. И, по идее, мы ее всю только апельсиновую получим, а можно сделать два в одном. У нас есть две корзины. В одну корзинку апельсинки засыпаем, да, в другую корзинку засыпаем там ягоды боярышника. Отобрали какую-то часть, допустим, литр апельсиновый, да, джин-корзину берем сверху, вот эту корзинку вытаскиваем и ставим с ягодами боярышника. Закрываем джин-корзину, продолжаем отбор. Допустим, да, захотели еще что-то, какую-то травяную, может быть, там какой-нибудь можжевеловый, да, джинчик. Взяли апельсинки, выкинули, туда там можжевельника закинули, хопа, поменяли. И, в общем, получается, за один вот такой перегон можно получить не одну какую-то вкусоароматическую водку, да, а несколько сразу. Поэтому вот удобно. Чтобы, ну, можно и с одной, конечно, этой корзинкой, засыпь, с корзиной для засыпи сделать. Можно там вытащил, быстренько вытряхнул, засыпал. Ну, вот мне, допустим, удобнее, когда две. Раз, туда-сюда. Меняешь, очень удобно получается, мне нравится. Вот. В принципе, какие-то сюда еще вот есть вот эти стеклянные, знаете, царги, полтора тоже дюймовые, внутри с медными колпачками, с одним медным колпачком. Ну, я не вижу мне смысла вот сюда его покупать. Я думаю, это будет совершенно лишняя какая-то трата денег. Вот, нет. Для перегона чего-то вкусоароматического, допустим, там, да, из зерна, из какого-нибудь. Отфильтровали брагу, поставили пыжик на режиме подстил, перегнали. Второй перегон, пожалуйста, как вам угодно. Можно также на режиме подстил, медные пыжики вам только нужны, медная РПНочка. Или на короткой царге с узлом отбора по жидкости. Вот даже вот этого коротыша, в принципе, его, да, вполне хватит. И все, больше не надо ничего. Тут вариантов много. Вот. Я знаю, такие вот аппараты берут ребята, у многих уже есть, многие работают и берут. Ну, которым надо там в полгода банку самогонки, в принципе, выгнать. Они там сделали, да, выгнали и убрали. Кто не сильно такой увлеченный этим хобби, а кому нужно просто получить продукт и все, и больше не заморачиваться. Он взял вот этот аппарат. Он недорогой и функциональный, что самое главное. Он его взял, отработал, вот даже вон на газовой плите, ему не нужны там индукционки, и убрал его на полгода в кладовку. Он выгнал там себе пятишку, допустим, да, спирта разбавил, поставил настойчик, ему на полгода хватит. И все, и он не парится. Вот такие аппараты. Мне многие пишут из ребят, говорят, Витальсон, ну блин, елки-палки, аппараты там по 40, по 50 тысяч неохота покупать, потому как мне он не нужен, работать буду на нем там один раз в полгода, посоветую что-нибудь побюджетнее, но хорошее, качественное. Вот, пожалуйста, родник Pro 3. Кстати, по моему промокоду, Витальсон большими латинскими буквами, вам дадут скидку, когда будете покупать на официальном сайте, указывайте промокод. И также сейчас идет акция, дают в подарок 3 пачки дрожжей Turbo при покупке аппарата и набор ориометров ASP-3. Нормально такой подгон босяцкий, скажем так, от производителя. Почему нет? Все, друзья мои, всем пока. До новых встреч. В скорости будет опять много интересных видосов. Да, они у меня каждый божий день выходят. Все, друзья мои, всем пока. Аппарат, вот он, ссылочка внизу под видео. Я вам говорю до свидания. Быть добром. До новых встреч.